Ретроградную риноскопию мы проводим в стернальном положении. Для этого исследования нам понадобится фиброскоп, либо жесткий эндоскоп, но с углом градуса 270, который есть у компании Карл Штольц. Мягким эндоскопом удобнее проводить. Для этого нам необходимо вытащить язык для того, чтобы освободить нёбо и увидеть его. Затем мы заводим эндоскоп и поворачиваем его на 180 градусов рычагом. Контролируем положение в общем носовом ходе эндоскопическом.